Компанию Mazda представил обновленный седан Mazda 6 серии для североамериканского рынка машин. Mazda 6. Как и предполагалось, внешний стайлинг Mazda остался прежним, просто дизайнеры его слегка причесали, убрав лишние линии и освежив некоторые элементы кузова. В частности, машина получила новую решетку радиатора, новые бамперы, новую светотехнику и нового дизайна колесный диск. Кроме того, кузов машины получил дополнительное усиление, а также улучшенную шумоизоляцию. Салон Mazda 6 серии получил больше обновлений. Дизайнеры Mazda полностью пересмотрели переднюю панель, сделав ее в стиле концепта Mazda Vision Coupe. Изменили форму приборов, кресла машины сделали более широкими и установили новую информационно-развлекательную систему с 8-дюймовым монитором повышенной контрастности. Гамма прилагаемых моторов у новой Mazda состоит из двух бензиновых двигателей, нового турбового объемом 2,5 литра от флагманского кроссовера Mazda CX-9, который может работать и на 98-м бензине, развивая мощность 253 лошадиных сил, и на 92-м бензине со снижением мощности до 230 лошадиных сил. Ну а также старого мотора объемом 2,5 литра, мощностью 192 лошадиных сил, но модернизировано с новой системой отключения двух цилиндров в режиме плавного движения на скорости от 40 до 80 км в час. Вариантов трансмиссии у Mazda 6 серии будет два – либо 6-скоростной автомат, либо 6-скоростная механика. Продажу на североамериканском рынке машин новая Mazda 6 серии поступит весной будущего года.